Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте, братья и сестры. Мы продолжаем с вами исследование книги Священного Писания «Исход» на библейском интернет-портале экзегет.ру. И с вами сегодня снова я, Сладков Андрей Иванович, преподаватель Никола Переверенской Срединской духовных семинарий Российского православного университета. На прошлом занятии мы с вами рассмотрели 27 глав книги «Исход», и сегодня приступаем к 28 главе, где говорится о избрании Арона в священнике, постановлении, установлении ветхозаветного священства. Также говорится об облачениях, которые имеют огромный символический смысл и имели как в Ветхом Завете, так и до сегодняшнего дня то, что мы видим с вами в храме за богослужением и божественной литургии. Итак, глава 28 говорит о назначении Арона и сыновей священниками. С первого стиха. «Возьми к себе Арона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилев, чтобы он был священником мне». И Надава, Авиуда, Илиазара, и Афама, и и Фомара сынов Ароновых, и сделай священной одежды Арону брату твоему для славы и благолепия». Итак, мы видим, что священство, оно не может быть установлено или и как-то а, сам человек не может провозгласить себя священником. Об этом апостол Павел пишет и в послании к евреям. А, например, 5 глава с 1 стиха и 4 по 5 стих. 4 стих будет ключевой. <сказано>, Сказано следующее. «И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Арон. Здесь уже говорится о новозаветном священстве, что священство — это всегда призвание Богом. Мы знаем, что Русская Православная Церковь имеет апостольское преемство от апостола Андрея Первозванного, и мы можем показать апостольскую преемственность от Андрея Первозванного до патриарха Кирилла Святейшего. Патриарх Кирилл 179-й, апостол Андрея Первозванного. И преемство – это очень важная составляющая духовной части церкви, потому как, например, в послании апостола Павла к Тимофею есть такие слова. Апостол Павел пишет своему преемнику, «Возгревай дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Это 2 Тимофея, 1 глава, 6 стих. То есть через рукоположение передаются дары Святого Духа. Откуда новозаветная церковь имеет э, свое преемство? Надо сказать, не просто от апостола Андрея, а от самого Христа. А в Священном Писании, например, в Евангелии от Иоанна, <coughs> мы во второй главе находим такие слова. Здесь говорится, что Христос сотворил много чудес, и многие люди уверовали в Него. Вот как звучит этот стих. Это Евангелие Таана, 2 глава, с 23 стиха. «Когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его, но Сам Иисус не верял Себя им». То есть мы видим, что Христос не всем веряет людям, которые уверовали в Него, я к чему это все говорю? Что дело в том, что сегодня есть такие люди, которые называют себя и священниками, или говорят о том, что все у Бога святы, и почему только вы православные, и у вас священство, мы тоже церковь. На самом деле мы видим, что не человек избирает Бога, а Бог избирает человека и призывает его на служение к себе. Как это было в Ветхозаветные времена, так это есть и сегодня в церкви Нового Завета. Мы видим здесь ясное указание, сказано, что многие уверовали во имя Его, но Христос не верял себя им. Также мы знаем, что Христос сам избрал апостола, среди них, как я уже упомянул, был апостол Андрей Первозванный, он был первым призван вместе с братом своим Симоном Петром. И то, что было сказано и много выше, апостольскую преемственность мы можем проследить. В Священном Писании и у отцов церкви на этот счет есть четкое указание и поведение. Например, можно посмотреть у Амроси Медиаланского, что он пишет по этому поводу. Вот цитата. «Священство от Бога. Потому и Арон, он сам, и потому и Арона он сам избрал священники, чтобы на первом месте было не человеческое стремление к избранию, но благодать Божия, Несвоевольное, жертвенное и несобственное превозношение, но небесное призвание, чтобы он приносил дары за грехи, при том, что сам мог быть наказан за грешных, потому что и сам он, как говорил, носит немощи, и далее продолжает: И каждый должен не сам себя избирать почесть, не сам себе избирать почесть, но быть призванный Богом как Арон. То есть, конец цитаты, мы видим, что свидетель Амбросим Диаланский говорит, человеческое стремление недостаточно для того, чтобы объявить себя священником. Человеческое стремление недостаточно для того, чтобы объявить себя церковью. Об этом на это указывает сам Христос. Сам призвал, как сказано, кого хотел. В этом смысле, надо сказать, что в Ветхом Завете призвание было и пророков, на свое служение. Пророки призывались по-разному. Пророк Еремия, по-моему, как-то об этом говорили, был призван от утробы матери. Другие пророки, например, такие, как Самуил, были призваны при жизни. В Новом Завете мы тоже встречаем, что Иоанн Креститель был призван на свое служение от утробы матери. И апостол Павел об этом тоже говорит, что я был предизбран. Но были и пророки, о которых мы сказали, то есть апостолы. Это 12 апостолов, которые были избраны непосредственно при жизни Христа, и апостол Павел был призван Христом уже после того, как Христос вознесся на небо. Но везде и всегда мы видим призвание. Нельзя самому собой, как сказано у апостола Павла в послании к евреям, принять этой чести. Далее мы читаем, в 28 главе сказано о облачениях священнослужителей Ветхого Завета, о которых я сказал, что оно имеет большое значение. К сожалению, формат времени, который у нас есть, он, мы не, не можем рассмотреть все детали, их действительно очень много, но, тем не менее, на самые важные, конечно же, мы с вами конечно, самый, самый важный, конечно, с вами рассмотрим. Итак, сказано в 28 главе 7 стихе, что у него должно быть на обоих концах его два связывающих нарамника, чтобы он был связан. Далее сказано в 8 стихе пояс Ефода, который поверх его должен быть одинаковый с ним работы из чистого золота, из голубой пурпуровой, червленой шерсти и крученого весона. А такие детали, они немаловажны. Дело в том, что каждый, скажем, цвет одежды, облачения, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, имеет свое особое значение. Так, например, скажем, вот цвет сказано, что голубой, он имеет цвет небесный, и это говорит о предизбранничестве человека и поставлении его. Далее сказано о золоте. Золото — это всегда указывает на некую такую броню, то есть некую защиту человека. Пурпуровый и червленный Пурпуровая, червленная, особенности всегда указывает как красный цвет на кровь Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы знаем, что даже в нашей литургической богослужебной практике, когда, например, совершается память мучеников, и исповедников, скажем, российских, то одевается, облачается красная одежда. Когда богородничные праздники, говорящие о непорочном зачатии, о чистоте Пресвятой Богородицы, люди, священники облачаются в голубые облачения. Когда обычное богослужение, то желтое облачение, указывающее на золото. Золото — это всегда прообраз Царствия Божия, то есть это как некое такое призвание священника, всеми предстоящими людьми на богослужение и указывающие на самое главное предназначение служения Богу — это обретение Царства Христова. Об этом говорится в Священном Писании, например, в книге Откровения, в последней книге мы видим, что говорится о золоте, о золотом городе, куда Бог всех нас призывает. Далее мы с вами можем прочитать еще некоторые да, указания, например, не только это указывает на внешнюю такую сторону э, облачения одежды, но также и, например, в этом видит, скажем, э, святитель тот же, да, это святитель Амбросий Медиаланский и Григорий Великий, кстати, двое слов. У них очень похожие такие цитаты, вот одного из них я зачитаю. Она достаточно пространная, но сразу объясняет многие вещи. Качество священнослужителя усматривается в этих разноцветных одеждах из разных тканей. Вот как он пишет. И в, само, и в самом деле Ефот вильно сделать из золота, голубой, пурпуровой и дважды окрашенной червленной шерсти, а также крученого весона, чтобы показать, каким разнообразием добродетелей должен сиять священник. И в одежде священника ярче всего сверкает золото, чтобы прежде всего блистала в нем премудрость познания. С ним сочетается голубая шерсть, отражающая цвет воздуха, дабы во всем, что он постигает познанием, не склонялся он к побуждениям неизменным, но возвышался до любви к миру небесному, и чтобы по неосторожности не был уловлен похвалами на свой счет и не лишился самого познания истины. С золотом и голубой шерстью смешивается пурпуровая, как видно, для того, чтобы сердце священника надеялось на высшее, им возвещаемое, и в самом себе подавляло восстание пороков и давало им отпор, словно облеченное царской властью. И так далее. Здесь перечисляется очень много. Я перешел на другую, например, сказано в, завершении своей цитате, Амброс Медиананский, он так пишет, и Григорий Великий сказал, что эти цитаты очень похожи у них. Они говорят так, что с золотом же и голубой пурпурной шерстью сочетается дважды окрашенное червленное, чтобы перед очами внутреннего судьи, то есть Бога, все блага добродетели было украшено любовью, и все, что блистает перед людьми в очах тайного блюстителя – Пылала огнем изнутри ищущей любви, а любовь такова, что она одновременно любит Бога и ближнего и блистает, словно бы двойной краской. Видим конец цитаты, что отцы церкви даже в таких, казалось бы, сложных э, текстах для истолкования, а книга-исход, между прочим, считается одной из самых непростой книг для истолкования. Здесь очень много прообразов. И тем не менее, отцы церкви никогда не хотели видеть ничего лишнего, а действуя, как по слову апостола Павла, все писание богодохновенное, полезное для научения, для обличения, для наставления в праведности. И далее мы с вами читаем следующие указания, которые даются в 29 главе. Да, вот что нельзя так упустить совсем из виду, сказано в 36 стихе, Сделай полированную дощечку из чистого золота и вырежь на ней, как вырезают на печати святыня Господня. Что означают эти слова святыня Господня? Дело в том, что действительно, когда священник вырезал эти слова на этой дощечке, это всегда указывало на то, что главное, что он провозглашает, и главное его предназначение в этой жизни это служение Господу. И все, что возложено на Него, ему необходимо как неповрежденное золото, как металл. Золота очень сложно повредить. Оно не поддается ни ржавчине, ни другим каким-либо воздействиям окружающей среды, так и на священника, на его святыню, на его служение. Не должно быть никакого воздействия постороннего, что он должен нести это служение и быть прообразом Мессии, который берет на себя грех мира и как бы то, что само золото обозначает, ведет опять же человека и всех людей предстоящих в Царстве Божьем. Таков смысл некоторых из тех указаний, которые есть здесь, облачения и указание на преемственность от Христа. В 28 главе. Ну, вот еще не хотел бы, да, еще упустить и 21 стих. Он тоже очень важный. Снова повторю, что действительно, если все рассматривать здесь и э, вникать в каждую деталь, я думаю, что и вечности нам не хватит для исследования божественных откровений. Вот 21 стих э, говорит о том, что... О камнях, там еще есть поставление 12 камней, тоже нельзя упустить, это про образ 12 апостолов. С камней должно быть 12, 21 стих по числу 12 имен, сынов Израилев. Там было 12 колен, в Новом Завете это 12 апостолов, и вот что по этому поводу пишет Блаженный Августин. Этой двоен словно камнями драгоценными, укрепляется столб веры, то есть полнота 12. И вот эти драгоценные камни, сарди, яспис, смарагд, хризалит и прочие, которыми украшена одежда святого Арона, того, кто преобразовал Христа и стало быть истинного священника. Камни оправлены золотом и вырезаны на них имена сынов Израилевых, 12 камней сцеплены между собой в ряд Хочу на это обратить внимание. Сцеплены между собой в ряд. И смотрите, как он продолжает и завершает свое, свое, свое вот повествование. Ведь если кто разделит их и разлучит, вся постройка веры разрушится. Конец статы. Очень важное последнее предложение. Если кто разделит или оторвется от апостольской преемственности и разделит этих апостолов, тот, сказано, Раз вся постройка веры разрушится. Мы знаем, что был 1054 год, когда один римский епископ отделился от Вселенского православия. Произошло некое короблекрушение в вере в римском епископате. Мы знаем, что там происходит. Не буду в это сильно углубляться, просто скажу, к чему это привело. Это привело к реформации 1517 года. Как бы там ни говорили, хорошо это или плохо однозначно смотря на историю, что там творилось, особенно то, что связано с анабаптистским движением, это крестьянская война, которая продолжалась более 30 лет, где погибли по разным подсчетам от 7 до 8 миллионов, а некоторые говорят даже до 15 историки миллионов за 30 лет. Это огромная война, мало о ней кто говорит. Это была чисто религиозная война. А вся причина ее явилась в чем? В том, что один епископ отделился от всемирного от вселенского православия. Индульгенция и прочие вещи. Мы помним, кто знает историю реформации 1517 года, когда Мартин Лютер, католический, в общем-то, монах, посмотрел на то, что происходит, он сказал, как это так? Мы отдали все, мы оставили, да, мы оставили все в этой жизни, а нам говорят о том, что можно купить спасение за деньги, то, что касается индульгенции. И в этом смысле... Вот этот стих, он ясно указывает, что, как говорит об этом Блажен Августин, ведь если кто разделит их и разлучит, то есть 12 указывающих на апостол, вся постройка веры разрушится. Да не будет со всеми нами этого. Отделение от церкви всегда ведет в погибель и всегда ведет в такое состояние, которое здесь, снова, -снова повторю, блаженный Августин называет разрушением веры.